Еще раз доброе утро. Не знаю, будет ли видно вам, то тоже познакомился, как тут сказали, с вредной девочкой. А папа его представил как вредного Татошу. Но не тут-то было. Они опровергли все договоры. Вон она, Джесси. Вон Джесси. Татоша. Папа не может ближе подойти, потому что тут такие снежные преграды и такие два поводка. Но все равно, мама наша будет рада такой встрече. Джесси, привет. Привет, Джесси. Вот она какая. Ой, Джесси. Ну ладно, всего доброго.